30 июля в Апатитах состоятся соревнования по бегу и северной ходьбе. Пройдут они на грунтовой трассе «Тропа здоровья». Старт в 12 часов около дома номер 60 на улице Ленина. Сколько бежать и куда? На брифинге в мэрии рассказал заместитель председателя городского спорткомитета Иван Рогозин. Северная ходьба на дистанции 5 километров и бег также на дистанции 5 километров для юношеских возрастных групп и 10 или 20 километров для старших возрастных групп. Предварительные заявки на участие в соревнованиях нужно подать до 28 июля через форму, размещенную в группе городского спорткомитета ВКонтакте. Перейти в нее можно с помощью QR-кода на экране.